Добрый день, мои зрители, вы на спортивно-игровом канале Wabon Games. Второй тур Лиги Фиферов сегодня у нас на нашем канале стартует. Ну, если вдруг вы первый не видели и не знаете, как я его сыграл, то переходите вот сюда вот, либо по ссылочке в описании, и сначала с него начните просматривать этот турнир, потому что там, ну, важное событие происходит. Сегодня же второй тур я играю против Райзена, вот такой вот злой, скажем так, обзорщик Амкала, ну, и естественно, все это с юмором отлично делает этот парень. И, конечно же, я понятия не имею, как с ним играть и как он будет сам играть. Видел только матч против Моза, который он выиграл там на последних секундах. И, ну, будет интересно в любом случае. Условия для второго тура: мы играем серебром. Вот мой состав. Вот такие парни будут сегодня в моей команде. И вот три запасных. Остальное все меня не интересует. Этот состав стоит около 20 тысяч монет, даже чуть поменьше, и я за него ни разу не играл. Я вообще, как вы помните, с первого тура мало сейчас в FIFA играю, и посмотрим, на что эти парни способны. Также напоминаю, что играем мы на PlayStation 4, и вообще в этом турнире призовой фонд от компании Sony у нас очень неплохой, в размере 300 тысяч рублей. Поэтому многие парни настроены невероятно серьезно на эти призовые бабки, ну а Вабончик играет по фану, ребят, поэтому многого от меня не требуйте. С Райзеном соединились, соединение хорошее, все должно работать нормально. Я буду играть в черной форме, можно? Вот, у него есть белая, отлично. Ладно, состав друг друга мы не увидим, не берет он паузу, я тоже в ней не требуюсь вроде, поэтому поехали. Опять же, действовать буду так же, как в матче против Феликса, пытаться вот выстраивать свою игру на контратаках. Здесь самое главное не кидаться, потому что видно, что он пытается меня выдернуть. Вот первый удар и сразу гол. Ну, ничего удивительного. Хотя вратарь, ну, должен был тащить такой удар. Даже чиркнул рукой, и он был не в самый угол. Но это серебро. Один попал не идеально, а второй пропустил не идеальный этот удар. Ладно, мы мяча даже не коснулись в первой атаке. Я немного буду болтать, потому что неохота много болтать. Я пытаюсь спокойно играть эти игры. Они могут просто потом вывести меня из себя. Я не очень, как говорится, это люблю. Вот здесь, кстати, неплохо получается у меня. И у меня есть удар, но плохой удар. Смотрите, какой центр открытый, да ладно. И еще удар, куда так мимо, так много мимо. О, вот это да, да ладно, ну блин, попадите в угол. Блин, все-таки выкинулся, я на вот этом его микроконтроле. Хорошо, здесь вратарь меня спасает в этот раз. Немножечко ладошки потеют, ой, люди там пригибаются, как будто там прям летит какая-то пуля в них. Что вы делаете, блин, как же серебром? Чувствуется вот сейчас, что серебро очень сильно отличается от прошлого даже состава золотого, который хоть передачи хотя бы точно отдавал. Тяжело, тяжело. Да не отскакивайте вы от них, ну что же вы делаете-то, блин. Сейчас повезло мне. Да, очень сложно с такой манерой игры действовать, потому что человек вот настолько тайминг этот знает, это офсайд. Это не был офсайд? Вы что, издеваетесь, что ли? Хотя, на самом деле, не такой уж и большой, как мне изначально казалось. Фух, ни одна передача не доходит. Тяжело, мне тяжело таким слабым составом играть. Это я понимаю теперь. Райзен прям доверняка хочет, чтобы уже прям именно завести в ворота мяч. Это, на самом деле, правильно он делает, потому что в этой фифе именно так и нужно, наверное, действовать. Ну, неужели сейчас не было нарушения правил? Ну, арбитр, ну, там же сзади атака была. Вот здесь. Только без нарушения правил. Кое-как, с трудом я мяч отнимаю. В основном мы занимались только тем, что Райзен держит мяч, а я пытаюсь его отнять. Ну, с Мозом он почти так же играл, абсолютно. Мне такая тактика, ну, не присуща, мне не нравится. Я не люблю в это играть вот таким образом. Я люблю, ну, кайф от игры получать, а вот это задротство на одном месте. Но я ни в коем случае никого не обвиняю, это... Тактика вот как в формате игры, она по-любому работает. Давайте посмотрим на его состав, что ли. Ну, схему хотя бы понятно теперь. Блин, ну как близко он подходит к воротам уже, а? Фух, тяжело. Тяжело, очень тяжело с таким соперником играть. Но здесь спаслись. Здесь вратарь выручает. Ладно, давайте замены делать. О, штанга еще одна, блин. Ну вообще жесть. Я, честно, не знаю, вот как обороняться против такой тактики. Мне приходится
только вот позицию пытаться держать, потому что здесь любое касание это практически пенальти в штрафной площади, мы это все прекрасно знаем, а он просто пользуется тем, что вот есть такое небольшое пространство, у меня села камера, я сейчас не могу ее включить, ну да ладно, я думаю. Фух, 72 минуты, в первом тайме у меня еще были какие-то моменты, во втором ничего не получается. У Райзена куча моментов, но пока только 1-0. Я еще каким-то образом держусь. Не знаю, насколько меня хватит в этой игре. Ой, что-то получилось даже. Ой! 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 Блин, фигня какая-то. А вот сюда, может, объем? Блин, чуть мяч не удержал. Какой шанс был. Вот сейчас мне чуть-чуть не хватило. Ошибся. Все, ну центр развалил. Развалил центр. Сдохли у меня там ребята. Да, надо было забивать тот момент, и тогда было бы лучше намного. Да, все в этом составе работает не так, как в прошлом. Прошлый у меня был прям вот очень мне подходил. Этот сложнее намного. Сейчас передача, скорее всего, сюда будет. Это читалось. Ну, здесь вратарь выручает. Ну и третий гол залетел. Уже под конец, когда... Жалко. 3-0 слишком много, наверное. 2, да, по делу. Один можно было бы еще и мяч забить вот в той ситуации. Но я говорил, ребят, от меня ничего сверхъестественного в этом турнире не ждите. Райзен, как мне казалось изначально, был одним из самых сильных игроков в этом турнире. Посмотрим, как он сыграет там с фаворитом, например, да, или с Пандосом. Посмотрим. В любом случае, турнир продолжается. Райзену говорю спасибо за игру. Ссылка на его канал, естественно, есть в описании. Перейдите, посмотрите, как он играл. Ну, возможно, он был спокоен, а может быть, в какой-то момент, когда не мог забить, нервничал. Ну и увидимся в следующем туре. Следующий тур, я вам пока не скажу, с кем играть, но там будет тоже очень интересный соперник. Все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, колокольчик не забывайте нажимать. И увидимся, до скорых встреч, всем пока.